Коллеги, добрый день. Мы ведем наш вебинар из клинической больницы номер 2 группы компании МедСим. Меня зовут Калев Леонид Михайлович, главный врач стационара. И сегодняшний вебинар, который я прям верю, что он будет очень интересным, это продолжение уже начатой традиции, посвященной малоинвазивным технологиям в области онкохирургии, в области торакальной онкохирургии. И мы ту тему, которую раскрывали в октябре прошлого года, мы еще заужаем, потому что мы видим будущее за теми технологиями, которые мы сейчас сегодня, одну из которых представим ее с разных сторон, представим ее мультидисциплинарно. И речь пойдет о технологии, это однопрокольная торакоскопия. Мы имеем богатейший опыт, с которым мы хотим поделиться. Не сомневаюсь, опять-таки, что это будет очень интересное событие, интересный вебинар. И с большим удовольствием я представлю основных наших спикеров. Сергей Владимирович Головинский. Добрый день. Да. И Вадим Андреевич Бубнов. Да, Сергей Владимирович, онкохирург, торакальный хирург, трансплантолог, известный как один из российских экспертов в области торакоскопии. Вадим Андреевич, заведующий анестезиологией-реанимацией клинической больницы номер 2, врач-анестезиолог-реаниматолог с богатейшим опытом, который, естественно, сегодняшнюю технологию рассмотрит с точки зрения именно анестезиологии, с точки зрения безопасности для пациента, для того, чтобы эта технология полностью соответствовала малоинвазивности. Большое спасибо. Надеюсь, вам всем понравится. Спасибо большое. Тогда мы перейдем к началу нашего вебинара, мастер-класса, который посвящен, как сказал уже Леонид Михайлович, однопрокольной торакоскопии. Вот, собственно, сегодняшний наш вебинар будет состоять из трех основных частей. Первая лекция посвящена показаниям, противопоказаниям, общему рассмотрению данной технологии и ее применению в клинической практике, в частности, в торакальной онкологии. Вторая часть будет посвящена очень важному аспекту, связанному с однопрокольной торакоскопией, это анестезиологическому обеспечению данной процедуры. Почему? Потому что данная процедура качественно отличается от других торакоскопических технологий, и ее широкому внедрению в клиническую практику, безусловно, должны, конечно же, способствовать врачи-анестезиологи и реаниматологи. Почему? Потому что для них это такой определенный вызов. Вадим Андреевич об этом расскажет более подробно. И третья часть нашего сегодняшнего вебинара будет посвящена обучающему видео лекции с реальной операции, проводимой у пациента с метастатическим плевритом, на которой мы рассмотрим уже технические особенности выполнения данной процедуры. Итак, первая лекция, собственно, которая называется «Однопрокольная торакоскопия в диагностике и лечении плевритов. Показания, противопоказания. Техника выполнения». Еще раз представлюсь, меня зовут Головинский Сергей Владимирович, я заведующий отделением малоинвазивной хирургии клинической больницы номер 2 в Боткинском проезде, группа компаний МедСи. Торакальный хирург, врач-онколог. В отношении однопрокольной торакоскопии мы в целом назвали ее, эту лекцию, в диагностике и лечении плевритов вообще. Но в рамках своего доклада я буду говорить преимущественно о метастатическом плеврите, так как это наиболее сложная проблема этих пациентов больше всего, так как 10-35 до трети всех выявляемых плевритов являются метастатическими. Метастатический плеврит осложняет чаще всего рак легких, также он встречается при раке молочных желез, яичников, лимфомы и других формах рака. Наличие метастатического плеврита, хочу это подчеркнуть особо, является симптомом четвертой стадии заболевания, а потому сопряжен с плохим прогнозом. Чуть подробнее об этом скажу позже. Рецидивирующий метастатический плеврит значимо ухудшает качество жизни пациентов, приводя к одышке, кашлю, прогрессированию хронической сердечной и дыхательной недостаточности. Таким образом, из актуальности, которую я сказал, следует следующее, что, во-первых, лечение метастатического плеврита – это паллиативная помощь, симптоматическая помощь. А при этом лечение должно быть пациент-ориентированным, малотравматичным и достаточно доступным.
Итак, в отношении метастатического плеврита. Вариантов лечения метастатического плеврита много. Рассмотрим все коротко. Первый вариант – это наблюдение. Если метастатический плеврит выражен не сильно, симптомов заболевания, да, связанных с нарушением дыхания, нет, то эти пациенты нуждаются просто в наблюдении. Сам по себе метастатический плеврит ни в коем случае не является показанием к торакоцинтезу, пункции и дренированию. Только наличие дыхательной недостаточности при подтвержденном диагнозе метастатического плеврита является показанием к инвазивным процедурам. Торакоцинтез, пункция плевральной полости, самый простой, легко выполнимый метод, который позволяет быстро устранить симптомы дыхательной недостаточности. Однако у пациентов с диагностированным метастатическим плевритом, особенно на фоне прогрессирования заболевания, эти процедуры могут требоваться повторно. Дренирование плевральной полости, как, в общем-то, этап торакоцинтеза, может быть выполняться, но в отличие от торакоцинтеза, дренирование плевральной полости требует в обязательном порядке стационарного лечения пациента, то есть его госпитализации. А дальше мы перейдем уже к рассмотрению возможностей плевродеза, запаивания плевральной полости, которое возможно путем просто дренирования плюс выполнения химического плевродеза путем введения каких-то растворов, содержащих те или иные химические вещества, вызывающих воспаление плевральной полости. Наиболее эффективным в данном случае является взвесь талька. Однако здесь есть особенность, то, что этот раствор не может быть равномерно распределен по плевральной полости, так как это выполняется вслепую. Торакоскопия и плевродез с тальком — это как раз то, о чем мы будем говорить, является золотым стандартом проведения плевродеза при метастатическом плеврите. Эффективность его достигает 90%. Альтернативой торакоскопии с плевродезом, тальком, является установка туннелированных плевральных дренажей. Также является методом, который позволяет быстро устранить симптомы дыхательной недостаточности и применяется у определенной группы пациентов, об этом скажу чуть далее. Более сложные технологии, применяемые в лечении метастатического плеврита, это как бы комбинации выше рассмотренных. Это можно использовать туннелированный дренаж для проведения повторных процедур химического плевродеза растворами тех или иных лекарственных средств, вызывающих воспаление плевральной полости. Возможно проведение локальной химиотерапии или проведение лучевой терапии, которая эффективна при лимфомах. Также радикальным методом лечения метастатического плеврита можно рассмотреть операцию плеврэктомию. Однако нужно вернуться к тому, о чем я говорил ранее, что канцероматоз плевры, метастатический плеврит — это проявление четвертой стадии заболевания, а поэтому выполнение такой травматичной операции, как плеврэктомия, которая сопряжена с достаточно выраженным болевым синдромом, выраженным риском кровотечения, а также эта операция требует достаточно серьезного анестезиологического пособия, как для стандартной торакальной операции. Целесообразность выполнения такой большой операции при лечении метастатического плеврита дискутабельна. Одним из вариантов лечения метастатического плеврита может быть плевроперитониальное шунтирование. Опять же, тоже место данного метода дискутабельно. Почему? Потому что у данных пациентов могут требоваться повторные эпизоды лапароцинтезов. На данный конкретный момент есть рекомендации Европейского респираторного общества, Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов 2018 года, которые базируются на ряде рандомизированных клинических исследований, на основных пунктах которых я остановлюсь. Итак, плевродез тальком и туннелированные плевральные дренажи являются наиболее эффективными методами лечения метастатического плеврита. На данный конкретный момент недостаточно данных для формулирования клинических рекомендаций по лечению пациентов с метастатическим плевритом на фоне канцероматоза и осункованного метастатического плеврита. Отсутствуют доказательства эффективности изолированной химиотерапии и лучевой терапии в сравнении с хирургическими методами лечения метастатического плеврита. При этом биопсия париетальной плевры является золотым стандартом диагностики метастатического плеврита. Разработана шкала, которая позволяет эффективным оценивать выживаемость пациентов с метастатическим плевритом. Шкала представлена на слайде. Она учитывает лабораторную диагностику уровня лактат-дегидрогеназа в плевральной полости, общую оценку состояния пациента по шкале ЭКОК, соотношение нейтрофилов-лимфоцитов в плевральной полости, в плевральной жидкости, прошу прощения, а также зависит от типа опухоли. Таким образом, мы видим, что у пациентов с раком легкого, то есть метастатическим плевритом на фоне рака легкого, с высоким уровнем ЛДГ,
с высоким баллом по шкале ЭКОК и высоким содержанием нейтрофилов наибольший риск смерти при наличии метастатического плеврита, что определяет для данных пациентов необходимость выполнения наиболее щадящих методов лечения данного состояния. Остальные рекомендации касаются диагностики метастатического плеврита, в частности, что УЗИ при проведении плевральных вмешательств обязательная технология, торакоцинтез и другие плевральные манипуляции при отсутствии симптомов нарушения дыхания при метастатическом плеврите не показаны, я об этом уже говорил. Туннелированное дренирование плевральной полости, торакоскопический плевродез – наиболее эффективные методы лечения метастатического плеврита. При этом пудраж тальком или взвесь талька – технологии сопоставимые. Туннелированный дренаж может быть альтернативой торакоскопическому плевродезу тальком при выявлении панцирного легкого на фоне канцероматоза или неэффективности химического плевродеза. Инфекция, ассоциированная с туннелированным дренированием, требует проведения противомикробной терапии без удаления плеврального дренажа, при этом совершенно не обязательно стационарное лечение пациента. Торакоцинтез, дренирование плевральной полости с эвакуацией всего метастатического плеврита должны предшествовать химическому плевродезу. На данном слайде представлен мета-анализ Кохрановской лаборатории, в котором проанализированы 80 рандомизированных исследований, из них 18 новых, датирован 21 апреля 2020 года, включает 5500 пациентов. Здесь также написано, что торакоскопический пудраж тальком и плевродез с взвесью талька наиболее эффективные методы лечения метастатического плеврита. Туннелированный дренаж без комбинации с плевродезом эффективно устраняет симптомы дыхательной недостаточности, но не устраняет плевральную эксудацию. Туннелированный дренаж при этом может быть самостоятельным методом лечения пациентов с высоким риском смерти от основного заболевания. Дополнительные исследования необходимы для оценки влияния методов лечения метастатического плеврита на качество жизни с точки зрения потенциальных осложнений. Наиболее частыми осложнениями однопрокольной торакоскопии с плевродезом представлены на слайде. В принципе, частота их встречаемости невысока. Наиболее, скажем так, грозным с точки зрения плевродеза тальком является развитие острого респираторного синдрома, который встречается крайне редко. Зависит он в первую очередь от качества талька. В частности, тальк должен быть чистым, то есть иметь четко установленный состав, размер частиц должен быть определенный. Именно эти характеристики делают обычный тальк медицинским. Менее значимыми, но часто встречающимися осложнениями являются наличие имплантационных метастазов в месте прокола, пролонгированный сброс воздуха, тканевая эмфизема, особенно если легкой находилось в состоянии ателектаза длительное время, и объем гидроторакса был достаточно большой, по нашему опыту более 2-2,5 литров. Также важными осложнениями могут быть болевой синдром, связанный с самим эффектом плевродеза, и сохраняющаяся отдышка, которая может быть связана с лимфогенной диссеминацией опухоли по легким. Кровотечения с потребностью в гемотрансфузии бывают достаточно редко. Итак, с точки зрения выбора, что проводить пациенту, устанавливать туннелированный дренаж или проводить плевродез, так как эти методы сопоставимы и имеют эффективность при лечении метастатического плеврита, вот сравнение, скажем так, представлено на слайде. В общем, нужно сказать, что, конечно, нужно отдавать предпочтение торакоскопическому плевродезу. Туннелированный дренаж может применяться у пациентов с ожидаемой продолжительностью жизни менее месяца. Вот. Итак, вот здесь на слайде представлены иллюстрации, как выглядит туннелированный дренаж, скажем так, в наших условиях. В целом в мире, в Европе и Америке существуют специализированные системы, которые включают просто меньшего размера клапан, так как наличие туннелированного плеврального дренажа или туннелированного дренажа в брюшной полости в обязательном порядке должно включать в себя наличие направленного клапана для исключения восходящей инфекции. Итак, торакоскопический плевродез тальком к вопросу выполнения данной процедуры. Торакоскопический плевродез, еще раз, требует тотальной внутривенной анестезии в сочетании с местной анестезией, при этом пациент дышит сам, это принципиальный аспект процедуры. Процедура позволяет, то есть технология позволяет осмотреть всю плевральную полость, выполнить прицельную мультифокусную биопсию. Длительность процедуры не превышает час, чаще всего это не более 20-25 минут.
Пациент после операции сразу способен к самообслуживанию, активизирует сразу после операции, и данная операция требует минимальный набор оборудования и инструментов. Ну, вот на данном слайде представлена фотография процедуры однопрокольной торакоскопии, которая выполнялась конкретно сегодня. На представленном слайде пациент не с метастатическим плевритом, а с рецидивирующим пневмотораксом, который наряду с плевритами неясной этиологии или неосложненными формами МПМ и плевры также могут быть показанием к проведению однопрокольной торакоскопии. Данная фотография очень показательна в контексте того, что здесь видно, что, во-первых, пациент не интубирован, а дышит самостоятельно. Аппарат искусственной вентиляции видно, что не функционирует, там нули. При этом есть кардиомониторинг и мониторинг дыхания. Пациент находится в положении на боку, полностью обезболен, так как не мешает проведению процедуры. Ну вот, собственно, то, что я хотел сказать по комментариям данной фотографии. В плане набора инструментов для проведения однопрокольной торакоскопии существует уникальный набор, на мой взгляд, инструментов фирмы Karl Storz, который включает в себя оптику 4-мм и набор инструментов, которые надеваются на данную оптику, из которых наиболее важными являются биопсийные щипцы, аспиратор, коагулятор и устройство для распределения талька. К данному набору в обязательном порядке необходимы торакопорты. Лучше использовать мягкие торакопорты диаметром 6 мм, которые могут содержать или не содержать клапан. По нашему опыту мы используем торакопорты без клапана, это намного удобнее. Плюс мы в обязательном порядке используем вот такое вот устройство, которое, в общем-то, исходно придумано для закрытой биопсии плевры. Я чуть дальше скажу, для чего мы его используем. В плане техники однопрокольной торакоскопии, после того, как пациент располагается в боковой в положении на боку, больная сторона кверху, обычно мы переворачиваем пациента еще до начала анестезии, для того, чтобы положить его максимально удобно для пациента и для, соответственно, медицинских сотрудников. Дальше начинается анестезия, об этом чуть подробнее расскажет, более подробно расскажет Вадим Андреевич. Обработка операционного поля стандартная, выбор места для пункции плевральной полости, которая может быть осуществлена либо за счет предварительной КТ-диагностики, либо путем УЗИ-диагностики. В обязательном порядке производится местная анестезия, место следующей пункции плевральной полости, минимальный разрез длиной не более 5 мм и установка торакопорта, через которые заводятся, соответственно, инструменты и осуществляется осмотр плевральной полости, биопсия и дальнейший плевродез, о чем чуть подробнее расскажу в обучающем видео. Спасибо за внимание. Далее я передаю слово Вадиму Андреевичу, врачу-анестезиологу-реаниматологу, с лекцией по поводу анестезиологического обеспечения однопрокольной торакоскопии плевродез. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Хочу поделиться здесь данным сообщением нашим опытом использования, скажем, дотально-интервенной анестезии у пациентов при проведении однопрокольной торакоскопии. Сразу скажу, что проведение словосочетания слов внутривенной анестезии со самостоятельным дыханием и торакоскопии, в общем-то, ну, как большинство, как и нам, и большинство анестезиологов воспринимается немножко с настороженностью. И эту, скажем, границу надо было перепройти. Ну, достаточно мы послушались, доверились нашим хирургам, и, в общем-то, безболезненно, и, в общем, достаточно легко мы, в общем-то, вступили на эту стезю. Вот. И хочу поделиться, в общем-то, достаточно уже немалым опытом проведения подобных операций вот, в нашей клинике. Ну, однопрокольная торакоскопия, торакоскопия осуществляет не только полноценную диагностику, но и выполняет лечебные манипуляции. В частности, мы поговорим о плевродезе. Вот. При торакальных операциях возникают особые физиологические обстоятельства, которые требуют особого подхода со стороны анестезиолога. Это, прежде всего, положение пациента на боку, это открытый пневмоторакс, это необходимость в однолегочной вентиляции. Вот. Положение пациента на боку значительно изменяет физиологические вентиляционно-перевизионные отношения в легких. Эти нарушения усугубляются
при индукции в анестезии, при проведении искусственной вентиляции легких, миорелаксации, разгерметизации плевральной полости и хирургической ретракции. Перфузия в ниже расположенном легком лучше, чем в выше расположенном. Возникающее несоответствие повышает, в общем-то, риск, о чем мы настороженно всегда думаем, это развитие гипоксемии. Выбор метода анестезии при тракоскопическом плевродезе. Здесь, в общем, местная анестезия, она, в общем, нами, как мономестная анестезия, не рассматривается. Это может быть многокомпонентная общая анестезия с ИВЛ и однолегочной вентиляцией, в общем-то, что наиболее распространено. И вот наши варианты, это тотально комбинированная внутривенная анестезия с сохранением самостоятельного дыхания. Тотальная внутривенная анестезия. Это, в общем-то, метод проведения анестезии, использующий сочетание препаратов, вводимых только внутривенным путем, без использования ингаляционных анестетиков. Невозможно проведение ингаляционной анестезии или ситуация, когда ингаляционная анестезия нежелательна, то, в общем-то, здесь, конечно, является методом выбора, является проведение тотальной внутривенной процедуры. Тотальная анестезия это улучшает саму процедуру, делает ее более эффективной и более благоприятной для пациента. Какие, в общем-то, преимущества идут тотальной внутривенной анестезии по сравнению с традиционной ингаляционной анестезией? В общем-то, потенциально это снижение послеоперационной тошноты и рвоты, предсказуемое быстрое восстановление пациента после проведения операции, более гемодинамическая стабильность пациента, сохранение, что немаловажно, гипоксическая легочная вазоконстрикция, об этом мы немножко позже поговорим. Это снижение внутрисосудистого давления и снижение риска токсичности и раздражающего действия ингаляционных анестетиков для пациента. Это простота и удобство использования, а также быстрое и комфортное восстановление пациента после операции, в общем-то, делают выставляют на первое место, в общем, преимущество тотальной внутривенной анестезии. Подбор анестезирующих вещества, вспомогательных препаратов и дозировки подбирается, конечно, персонально, индивидуально анестезиологом для каждого конкретного случая. При тотальной внутривенной анестезии используются два основных типа препаратов. Это гипнотик и анальгетик. Поэтому существует только несколько стратегий, в общем, проведения анестезии. Первая стратегия – это скорость инфузии гипнотика не меняется на протяжении операции, а анальгетик добавляется в зависимости от интенсивного хирургического вмешательства и также учитывается реакция пациента. Либо вторая стратегия – это скорость инфузии анальгетика поддерживается на постоянном уровне, введение гипнотика изменяется также в зависимости от реакции пациента. Но у первого способа есть большее преимущество в виде более быстрого пробуждения, поэтому, в общем-то, как правило, мы используем, вот, скажем, первую тактику, это когда скорость инфузии гипнотика не меняется на протяжении всей операции. Также допускается, скажем, болестное введение и гипнотика, и анальгетика. Вот, значит, какие основные препараты? Фентанил, синтетический, короткодействующий наркотический препарат. Вот, дозировка, как правило, это от 5 до 12 микрограмм на килограмм в час, в зависимости от травматичности операции. Здесь вот в таблице представлена расчетная доза. Ее все анестезиологи прекрасно знают, потому что она, в общем, стандартная не только для тотальной внутривенной анестезии, но и, в общем-то, для любых комбинированных анестезий. До разреза обычно, вот, скажем, наша практика, мы вводим 1/3 расчетной дозы первого часа, и дальше оптимальный интервал введения фентанила – это 10-15 минут, максимально допустимый интервал, надо об этом не забывать, это 25 минут. Вот второй препарат, всем известный, это пропофол, является гипнотиком, то есть обеспечивает медикаментозный сон пациента. При адекватной дозе сон достаточно глубокий, не требует дополнительного использования других седативных препаратов и не угнетает самое дыхание при адекватной дозировке. Является гипнотиком ультракороткого действия. Больные пробуждаются через несколько буквально минут после его прекращения введения. Значит, сочетание с другими седативами абсолютно нивелирует это преимущество быстрого и управляемости. Поэтому является нецелесообразным, излишним и практически, в общем-то, сочетание его с другими седативами при тотальной внутривенной анестезии, в общем-то, можно рассмотреть как безграмотным. Но надо помнить всегда, что
Пропофол не обладает аналитическим действием. Приведение наркоза должен сочетаться с каким-либо анальгетиком, потому что можно проводить анестезию, как бы, если проводить анестезию чистым пропофолом, реакцию пациента мы можем все подавить, но афферентные, скажем, боли, они, в общем-то, отразятся потом на пациенте. Пропофол, в общем-то, препарат достаточно относительно новый. Скажем, в мире он уже используется около 20 лет, но в России он где-то стал применяться, ну, где-то, наверное, не больше 10 лет. Вот. Основное преимущество пропофола — это как же управляемость, о чем я уже говорил. Но не надо путать пропофол с другими препаратами. В частности, с деприваном, который обладает, и многие анестезиологи считают, что обладает анальгетическим действием, как деприван или как калипсол. Пропофол — чистый гипнотик без малейшего аналитического эффекта. И в сочетании с другими седатиками мы теряем то преимущество, то управляемость, то контроль дыхания, которое мы имеем при, скажем, чистом введении пропофола. Значит, мы как наш протокол. При введении в общей анестезии пропофол следует вводить дробно, примерно по 20-40 мг пропофола каждые 10 секунд до появления клинических признаков глубокого сна, то есть анестезии. Для поддержания анестезии путем непрерывной инфузии скорость пропофола подбирать индивидуально, обычно это от 4 до 8, в некоторых случаях до 10 мг на килограмм массы тела в час. Для поддержания анестезии посредством повторных болезненных инъекций пропофол следует вводить в дозировке 25-30 мг. Более не требуется. И что самое главное, задача любого анестезиолога при проведении любого анестезиологического обеспечения — это прежде всего безопасность пациента. Поэтому, как уже на прошлом докладе показывалось, идет контроль основных. Это ЭКГ, мы смотрим за нарушением ритма, это неинвазивное артериальное давление, насыщение крови кислородом и частота дыхания. Вот показано на мониторе. И перейдем непосредственно к этапам операции. Предоперационная подготовка, она стандартная, как и при всех практически операциях торакальных. Это лабораторное обследование, анализ крови, биохимия, колонограмма, общий анализ мочи, также инфекции. Сейчас, последние годы, добавилось исследование на COVID-19. Инструментальные методы обследования: рентген либо КТ органов грудной клетки, ЭКГ, функции внешнего дыхания. Оценить вообще возможность резервного пациента при, скажем, однолегочном дыхании. По показаниям, в каких-то индивидуальных случаях, дополнительно мы исследуем эхокардиографию, делаем УЗДС вен нижней конечности, УЗДС брахиоцефальных артерий. При медикации атропин-сульфат в стандартной схеме, если нет противопоказания, 0,5 мг внутривенно, индукция, фентанил 0,1 мг внутривенно, пропофол 2-3 мг на килограмм внутривенно и ингаляция увлажненного кислорода в поток 3-5 литров. Больше, в принципе, потока не требуется для пациента, он больше и не дышит. Поддержание анестезии. Фентанил на начало, 0,1, как уже говорили, делали на начало операции, и дальше 0,5 мг каждые 10-15 минут. Пропофол, болюсное введение, уже говорил, 25-50 мг, внутривенная либо постоянная инфузия со скоростью 4-6 мг на килограмм в час. Вот. И, конечно, ингаляция увлажненного кислорода 3-5 литров в минуту. Так, тероскопия, с вами этап операции. Доступ к плевральной полости, идет торакоскопия, санация полости, взятие биопсии, плевродез и дренирование плевральной полости. Вот это, скажем, основные моменты операции, которые... Так, доступ к плевральной полости. Открытый пневмоторакс называют. Давление в плевральной полости выравнивается с атмосферным давлением, и легкое спадается из-за действия своих собственных эластичных сил. Самостоятельное дыхание, положение пациента на боку при открытом пневмотораксе вызывает смещение средостения, может вызывать смещение средостения и парадоксальные дыхательные экскурсии на стороне поражения, что может приводить к прогрессированию гипоксемии и гиперкапнии. Конечно, принудительный ИВЛ — это в случае чего может нивелировать все эти
осложнения, но могу сказать, что, скажем, за все время, скажем, проведения таких операций мы не прибегали. Аппарат у нас, как уже видели, он стоит полностью наготове, но, как, слава богу, нам не приходилось прибегать к его помощи. Это невентилируемое легкое, то есть оно перфузируется, но не вентилируется. При этом перихирургическое вмешательство снижает гипоксическое легочное вазоконстрикция, является основой для шунтирования крови справа налево. Вентилируемое легкое, это в боковом положении. Вот оно по перфузии в нем под силу тяжести более усиленная. Вот, и, но обеспечить зависимым легким. Значит, пару слов нельзя, говоря про торакальную однолегочную вентиляцию, нельзя сказать, что про гипоксическую легочную вазоконстрикцию. Это, в общем-то, компенсаторный механизм, физиологическое явление, при котором небольшая легочная артерия сужается и при наличии альвеолярной гипоксии. Перенаправляя кровоток из плохо вентилируемой области легких, хорошо вентилируемой. В общем-то, является основным механизмом, который, в общем-то, согласование, вентиляция и перфузия. Для нас это очень важно, потому что если, скажем, не происходит, подавляется легочная вазоконстрикция, то у нас, соответственно, значительно уменьшается шунтирование легочный шунт, что вызывает и прежде всего, это гипоксию, и впоследствии уже может проводить гиперкапнию. Вот представлены здесь именно изменения легочного шунта при вентиляции обоих легких, вентиляции перфузии в выше лежащем легком 40% в норме, перфузии ниже лежащего 60% так распределяется, и при этом альвеолярный шунт составляет 10%. При однолегочной вентиляции перфузия в отключенном невентилируемом легком снижается до 23%, перфузия в вентилируемом нижнем легком увеличивается до 77%, но шунт при этом возрастает до 28%, практически в 3 раза увеличивается легочный шунт. Та ингаляция кислорода, этот поток, в общем-то, достаточно для поддержания нормального уровня кислорода в крови, что не вызывает никаких изменений у пациента, ни гемодинамических, ни дыхательных. Что оказывает влияние на гипоксическую легочную вазоконстрикцию? Ингаляционные анестетики, конечно, прежде всего, они подавляют эффект легочной вазоконстрикции. Но при минимальной концентрации в 1 мак, в общем-то, незначительно идет снижение на 21% всего лишь. Снижается легочная вазоконстрикция. Неингаляционные анестетики не влияют на гипоксическую легочную вазоконстрикцию. Вазодилататоры, конечно, подавляют вазоконстрикцию, и вазоконстрикторы, то есть прибрасывающие сосуды, вентилируемые легко перераспределяют кровоток как раз при действии, скажем, кардиотоников, перераспределяют кровоток в невентилируемое легкое, вызывая ингибирующий эффект на гипоксическую вазоконстрикцию и вызывая тем самым повышая значительно легочный шунт. Об этом надо всегда помнить. Кислород, конечно, увеличение концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе в зависимом вентилируемом легком снижает легочное сосудистое сопротивление, увеличивает кровоток в вентилируемом легком. Гиперкапния в течение однолегочной вентиляции увеличивает давление легочной артерии, воздействует как прямой вазоконстриктор и перераспределяет кровоток к невентилируемому легкому. Гипокапния напрямую ингибирует легочную вазоконстрикцию. И нарушение кислотоостановного состояния, то есть острый респираторный или метаболический алкалоз снижает гипоксическую легочную вазоконстрикцию, как метаболический ацидоз вызывает увеличение, как компенсаторный механизм гипоксической легочной вазоконстрикции. Ну, значит, на этапах именно самой операции, именно конкретной торакоскопии и плевродеза, здесь мы идем наблюдение за состоянием пациента, на его реакции на вмешательство, и так как, в общем, достаточно стабильны. Проводим контроль, проводится дополнительная анальгезия, и, что немаловажно, это контроль пневмоторакса, чтобы, в общем-то, он не был напряженным. Здесь мы немножко смотрим за хирургами. Вот.
Преимущество тотальной внутривенной анестезии, здесь буквально пару слов, это, конечно, простота и доступность метода. Это при снижении, уже говорилось, послеоперационной тошноты, рвоты и быстрое восстановление. Гемодинамическая стабильность при адекватных дозировках, при контроле, при соблюдении концентрации и частоты введения, в общем-то, гемодинамический пациент более стабильный. Поэтому мы предпочитаем введение анальгетиков, то есть опиоидных, не каждые 20 минут, а почаще, чтобы не и меньше дозировки, чтобы больше стабильность была пациента. Дальше преимущество. Тотальная внутривенная анестезия, она сохраняет гипоксическую и легочную вазоконстрикцию, что нам очень важно. Это также снижает внутрисосудистое давление, снижает раздражающее воздействие, раздражающее действие ингаляционных анестетиков на дыхательные пути. Предсказуемое и быстрое восстановление пациента после операции. Активизация пациента сразу после вмешательства. Нет необходимости пациента наблюдения в палате послеоперационного наблюдения, наблюдения в условиях отделения реанимации. Ну и как суммарно все это сокращает общие сроки госпитализации. Благодарю за внимание. Передаю слово. Спасибо большое, Вадим Андреевич. Я, если позволите, пару вопросов вам хотел бы задать. Почему? Потому что вот наиболее частый вопрос, который вот задают, это вопрос того, насколько, скажем так, данный метод однопрокольной там торакоскопии в лечении плевритов должен быть широко распространен. На мой взгляд, в принципе, его достаточно легко широко распространить. Но ключевым аспектом однопрокольной торакоскопии, на мой взгляд, является вот именно анестезиологическое обеспечение данной операции. Почему? Потому что, на мой взгляд, она качественно отличается от анестезии стандартной торакальной операции, если мы там говорим просто про стандартную торакоскопию с биопсией. Я правильно ведь понимаю? Правильно, да. Прежде всего, здесь самый главный сложный момент – это переломить в понимание анестезиолога вот именно страх при проведении торакоскопии и самостоятельного дыхания. Это нужно попробовать, это нужно провести одну-две буквально операции и понять, что, в общем-то, мы полностью контролируем пациента, у нас все наготове. Технически это гораздо проще и гораздо меньше нужно, скажем так, навыков, как, скажем, при классической торакоскопии, когда у нас производится одна легочная вентиляция. Риски, да, могут возразить, да, многие анестезиологи скажут, зачем нам так рисковать, мы засунем трубочку и будем все. Риски, скажем, каких-то осложнений при раздельной интубации легких, они ничуть не меньше, чем при проведении той методики, о которой мы сейчас разговорим. Также у нас всегда на готове есть полный аспект, у нас аппарат искусственной вентиляции, потому что это проводится не в условиях общеоперационной, где есть полный спектр нашего астрологического, во-первых, и мониторинга, и аппаратная часть, которую мы всегда можем продлить. С точки зрения вот, безопасности процедуры, то есть если вдруг, то есть я так понимаю, это самый главный аспект для анестезиолога, да, чтобы не случилось чего-то такого, да, в чем анестезиолог не сможет разобраться. Я так понимаю, что когда мы делаем торакоскопию, пациент дышит сам, самое сложное, да, с чем, как бы казалось, можно не разобраться, это тем, что пациент вдруг перестанет самостоятельно дышать. А учитывая, что он на боку, безусловно, есть сложности в плане его интубации. Вот в этом отношении какие можете дать советы коллегам в плане того, чтобы этого не бояться? Ну, во-первых, это, скажем, здесь со стороны хирургов. Здесь доступ не такой сложный, это не раскрытая не торакотомия с раздвижением. Вывести. В любой момент это нужно буквально несколько секунд, чтобы выйти из пациента и создать вакуум. Да, это мы можем. Тут же у нас на готове аппарат, мы можем начать и искусственную вентиляцию через лицевую маску, тоже перевернуть пациента, скажем, уйти, прекратить хирургу манипуляцию и в данной ситуации перевернуть больного на положение на спину, но секунд 10-15 это максимум, что... Ну, на это время ведь вы можете, да, маской обеспечить? Мы можем пациенту... даже пациенту мы можем дышать лицевой маской, но если, скажем, неадекватная лицевая маска, всегда можно, у нас есть примеры и ларингеальной маски, потом маски. И просто интубировать пациента, дестабилизация, обычная стандартная интубация для дестабилизации пациента, а дальше уже принимаем решение, как дальше проводить операцию, либо ее вообще не проводить, либо ограничить дренажу, тут же в частном случае. Вот. Алгоритмы дальше все как они отработаны, как при любой интубации. Соответственно, исходя из вот этого, как вы считаете, то есть данная технология может применяться во всех стационарах, в которых есть опыт торакальной анестезии, в которых есть, понятное дело, отделение реанимации, потому что мало ли что может произойти,
И есть, в общем-то, анестезиологи достаточно опытные, которые могли до этого проводить торакальные анестезии. Да, конечно, если, скажем, есть опыт торакальной хирургии, здесь никакие осложнения, они не могут быть сложнее, чем обычно. То есть торакальная... это стандартная процедура, требующая стандартных препаратов, стандартного мониторинга, стандартные протоколы безопасности. В общем, достаточно, да. Здесь ничего, никаких эксклюзивных моментов и по оборудованию здесь не требуется. Вот. Поэтому, если анестезиолог владеет... И еще один вопрос важный, который, ну, как мне кажется, вы о нем говорили. А какие наиболее болезненные точки в ходе процедуры, которые требуют от анестезиолога большего внимания? Ну, болезненных не болезненных. Это начало операции, но здесь начало, уже... Начало, когда уже, мы, соответственно, да, устанавливаем торакопорт. Да. Торакопорт, но здесь уже говорили, что здесь все-таки местная анестезия в этот момент она присутствует. Поэтому да. У нас тотальная комбинированная внутривенная анестезия. Вот. Первый вопрос. Второй вопрос, еще немножко вернусь к прошлому вопросу, скажем, что касается каких-то осложнений. Да. Мы же не будем, любой анестезиолог не будет дожидаться, когда уже будут критические показатели той же самой гипоксемии и какие-то нарушения ритма. Дожидаться не будет, если мы видим тенденцию, что идет какая-то декомпенсация, мы здесь либо попросим хирурга остановиться, не дожидая. И у нас есть в то же время, как и при обычной анестезии, которую мы можем, в общем-то, разобраться в любой ситуации. Есть время разобраться в любой ситуации. Вот. Поэтому... Ну, то есть, да, возвращаясь к моему вопросу, наиболее болезненные точки – это установка торакопорта и распыление талька. Распыление, да, наиболее, скажем, не болезненная точка, а требующая большего внимания – это распыление тальком, потому что там может в какой-то момент возникнуть герметизм. Вот, и чтобы, скажем, мы распыляем так, вводим какой-то дополнительный объем в плевральную полость, и здесь может, чтобы мы всегда смотрим на монитор более прицельно, потому что смещение средостения, скажем, которое если мы замечаем какие-то, первым будут показывать какие-то нарушения ритма. Они не будут не глобальные, как правило, но такие случаи были, когда там начинается вдруг все стабильное синусовый ритм, и какие-то мы замечаем одну-две экстрасистолы, хирурга немножко остановим, так немножко остановитесь. Отлично. Спасибо большое, Вадим Андреевич. Я вот, собственно, могу единственное, что прокомментировать с точки зрения хирурга. А для меня и как бы там все мои учителя говорили о том, что хирург торакальный может позволить себе ровно столько, сколько может позволить ему выполнить торакальный анестезиолог. Поэтому для меня всегда было очень важно диалог хирурга и анестезиолога во время операции. И мне кажется, что в данном случае, вот в данном конкретном примере данной технологии, которая однопрокольная торакоскопия, здесь очень важен контакт анестезиолога и хирурга, чтобы, если анестезиолог говорит, чтобы хирург остановился, то да, мы должны остановиться. Мы должны делать ровно столько, сколько вот мы договорились заранее, либо принимать решение в ходе процедуры. Почему? Потому что действительно процедура, с одной стороны, вроде бы простая, с другой стороны, высоко рискованная. Вот. И поэтому, наверное, диалог наиболее важен. Даже не диалог, а как и в любой, скажем, области хирургии, должна быть команда, которая должна понимать друг друга и должна быть одни цели и слушаться. Что в кардиохирургии, что в торакальной хирургии, это команда, прежде всего, это залог успеха, залог продвижения. Да, спасибо большое, Вадим Андреевич, за то, что мы это все делаем, и вы нам помогаете. Спасибо огромное. Да. Тогда переходим к третьей части нашего вебинара, который включает в себя демонстрацию реального видеопроцедуры. Для начала я расскажу, собственно, в чем клинический пример. На видео будет представлен видеоролик, такой учебный фильм выполнения однопрокольной торакоскопии у пациентки 65 лет. Основной диагноз, соответственно, у нее сформулирован как канцерматоз плевры слева, субтотальный метастатический плеврит. Пациентка к нам поступила с дыхательной недостаточностью, из-за которой была вынуждена остановить проведение химиотерапии. Соответственно, фоновым заболеванием является рак левой молочной железы. Пациентка была после этапа хирургического лечения мастектомии в 2012 году, у пациентки был рецидив в области послеоперационного рубца и видимо метастатическое поражение костей, скелета, кожи, печени и в том числе плевры. Чтобы закончить с представлением клинического примера, в следующем слайде уже представлен окончательный вид операции, в частности, это рентгенограмма пациентки после удаления плеврального дренажа, контрольный рентгеновский снимок на следующий день после удаления плеврального дренажа. В этот же день мы обычно пациентов выписываем. Таким образом, пациентке на шестой день после операции был удален плевральный дренаж, на седьмой день она покинула стационар. В качестве эффекта проведенного лечения была достигнута полная регресс дыхательной недостаточности, у пациентки отсутствовал болевой синдром,
и на 8-е сутки после операции возобновлено проведение химиотерапии. Вот, теперь, собственно, непосредственно видео. В качестве того, чтобы как-то вот привязать к сегодняшнему дню, я добавил маленький видеоотрывок сегодняшней операции. Я уже демонстрировал видео. Это, еще раз повторюсь, это не относится к тому клиническому примеру, о котором я рассказывал. Это пациент со спонтанным пневмотораксом, просто для привязки к сегодняшнему дню. Опять же, мне очень понравилось то, что это вот выполнялось у нас в небольшой операционной, в которой выполняются чаще всего небольшие диагностические процедуры, требующие или не требующие общей анестезии. Здесь, в общем-то, видно, что пациент в абсолютно спокойном состоянии, адекватная анестезия, дышит он при этом самостоятельно. Теперь переходим уже непосредственно к клиническому примеру. Пациентка, опять же, видим, что она находится на боку. Пациентка дышит самостоятельно, в носу у нее расположены назальные канюли для обеспечения дополнительной подачи кислорода с потоком, как уже говорил Вадим Андреевич, 3-5 литров. Видно, что аппарат ИВЛ не функционирует. Видно кардиомонитор с мониторированием основных параметров. Это ЭКГ, сатурация, пульсоксиметрия, сатурация, пульс и частота дыханий. После обработки постоперационного поля, анестезии места установки порта, устанавливается порт. Параллельно порту, через тот же разрез, мы устанавливаем устройство, которое используется для биопсии плевры в закрытую. Это необходимо для того, чтобы минимизировать те состояния, о которых говорил Вадим Андреевич, когда мы либо убираем из плевральной полости объем, либо наоборот его туда вводим. То есть таким образом у нас есть как бы дополнительный канал, который не занят видеосистемой и позволяет уравнивать давление внутри плевральной полости и атмосферное давление. Вот, таким после, соответственно, заведения через торкопорт мы в первую очередь заводим видеосистему с надетой на нее аспирационной системой. Это позволяет нам провести первичную осмотр плевральной полости и начать эвакуацию жидкости из плевральной полости. Если жидкость, как в данном конкретном случае, прозрачная, то можно, так сказать, осуществить даже первичный осмотр плевральной полости, поиск очагов канцероматоза в формате гидроосмотра. Не всегда, к сожалению, так бывает. Очень часто метастатический плеврит сопряжен не с серозным выпотом, а с серозно-геморрагическим мутным выпотом. Тогда, конечно, это невозможно. И только после полной эвакуации жидкости из плевральной полости, возможно, осмотр плевральной полости. Вот здесь потихонечку жидкости эвакуируются. Очень важно контролировать данный момент. Вот хочу подчеркнуть, что видите, как бы легкое не расправляется. Да, почему? Потому что если, понятное дело, мы будем эвакуировать воздух и жидкость из плевральной полости, то компенсаторно, учитывая, что у нас пациент дышит самостоятельно, есть вероятность расправления легкого, что будет мешать и нам, нашим хирургическим манипуляциям, и будет мешать анестезиологам, потому что пациент будет кашлять, что может сопровождаться какими-то гемодинамическими, в том числе, проблемами. Вот, поэтому для того, чтобы этого не было, мы в обязательном порядке параллельно порту устанавливаем вот такой вот дополнительный металлический микропорт, который никоим образом не требует дополнительной пункции, он ставится параллельно через тот же разрез. Он маленький, буквально 2 мм занимает. Вот. Соответственно, по мере того, как удаляется жидкость из плевральной полости, видно, что париетальная плевра инициирована, большое количество патологических сосудов, сеть сосудов, на плевре имеются канцероматозные высыпания различных диаметров. В целом уже можно примерно представить, наметить точку будущей биопсии. В обязательном порядке при проведении однопрокольной торакоскопии с плевродезом, даже если диагноз метастатического плеврита был установлен ранее по результату цитологического исследования плевральной жидкости, мы в обязательном порядке дополняем эту процедуру биопсии плевры. Почему? Потому что после проведения плевродеза какие-либо дальнейшие манипуляции на этой плевральной полости просто будут невозможны. Поэтому чтобы потом не возникло каких-то сложных ситуаций, особенно если у пациента в дальнейшем будет диагностирован или исходно имеет место первично множественный рак, чтобы у онкологов, химиотерапевтов не возникало вопросов за счет прогрессирования какого заболевания
имеет место поражение плевры метастатическое, мы в обязательном порядке эту процедуру добавляем, дополняем биопсии плевры, даже если до этого диагноз метастатического плеврита был установлен на основании цитологического исследования плевральной жидкости. А здесь также отмечу, что в целом диагностика метастатического плеврита на основании цитологического исследования специфичность и эффективность данной процедуры не превышает 30%. Именно поэтому биопсия плевры под визуальным контролем в ходе процедуры однопрокольной торакоскопии является золотым стандартом диагностики метастатического плеврита. Итак, да, вот, собственно, в ходе операции однопрокольной торакоскопии наибольшее количество времени занимает процесс эвакуации жидкости из плевральной полости, которой может быть очень много. Максимальный объем, по-моему, у нас был 5 литров, да, плевральный, то есть там был тотальный гидроторок с полным коллапсом легкого, 5 литров, мы минут, наверное, 20, по-моему, как раз только эвакуировали жидкость. Да, может и быстрее. Вот. Но в целом это самый долгий этап операции. Итак, вот после эвакуации большего количества жидкости можно уже провести осмотр. А здесь как раз сейчас будет показано, что можно достигнуть любого отдела плевральной полости, в том числе купола плевральной полости. Стандартно мы устанавливаем торакопорт чаще всего по передней подмышечной линии в области 6, 7 или 8 межреберий, если мы до операции предполагаем, что там тотальный гидроторакс без наличия каких-то сращений, если у пациентов не было большого количества пункций, не было каких-то до этого манипуляций на плевральной полости, не было воспалительных заболеваний плевральной полости, вот, то стандартно мы используем точку в 6-7 межреберье по передней подмышечной линии. Связано это с тем, что в этом месте ребра и межреберья более подвижные. Вот, и из этой точки все равно доступно осмотру все отделы плевральной полости. На видео видно аорту, которая тоже покрыта инъецированной, воспаленной, утолщенной плеврой, и большое количество канцероматозных высыпаний. Плевральная полость может быть осмотрена абсолютно вся, и в обязательном порядке должна быть осмотрена вся, начиная от купола плевральной полости, задняя поверхность плевральной полости. В обязательном порядке должны быть осмотрены кардиодиафрагмальный угол, реберно-диафрагмальные углы. Вот. Единственное, что мало доступно для осмотра в ходе процедуры однопрокольной торакоскопии, это медиастинальная поверхность плевры, область корня легкого. Почему? Потому что осмотр данных зон возможен только при введении дополнительного манипулятора в плевральную полость и отведении легкого от медиастинальной поверхности. Но в целом чаще всего эта зона и не нуждается в осмотре. Почему? Потому что при метастатическом плеврите чаще всего поражается париетальная, да, или костопариетальная плевра, иногда висцеральная плевра. Кардиодиафрагмальный угол и ребродиафрагмальные углы в обязательном порядке должны быть осмотрены. Почему? Потому что не исключен вариант мезотелиома. Излюбленными местами локализации мезотелиома являются именно кардиодиафрагмальный угол и ребродиафрагмальные углы плевральной полости. Соответственно, после полного осушения плевральной полости выбирается место для биопсии. Собственно, как бы место выбирается путем поиска наиболее выраженных, более крупных участков канцероматоза, то есть опухолевых образований, доступных для биопсии с отсутствием рядом расположенных каких-то крупных структур. Соответственно, если есть выбор, то лучше выбрать заднюю поверхность грудной клетки напротив установки торакопорта, просто для облегчения доступа и удобства манипуляций. Вот, соответственно, реберно-диафрагмальный угол. Ой, это был кардиодиафрагмальный угол, задний синус был осмотрен. Вот, мы выбираем место для будущей биопсии, оно наиболее сомнительное, да, потому что кроме наличия просовидных высыпаний, тут еще какая-то вот пигментированная область, поэтому выбираем это место для биопсии. На видеосистему имплантируется инструмент кусачки, которые имеют острые кромки, соответственно, заводим плевральную полость и берется биопсия. Биопсия берется не путем отрывания, а путем как бы срывания плеврального листка. При необходимости его можно даже закручивать. То есть наша задача не откусить кусочек, а вот его отодрать. Видите, тогда мы получаем более крупный фрагмент париетальной плевры,
Вот, достаточный для проведения полного гистологического исследования, в том числе, чаще всего этого материала достаточно и для проведения иммуногистохимического исследования и молекулярной диагностики. А если нам онкологи и химиотерапевты ставят задачу побольше материала, то тогда мы чаще всего выполняем либо многофокусную биопсию, либо берем биоптат несколько раз. Соответственно, учитывая, что высока вероятность кровотечения из места биопсии, меняем инструмент, берем коагулятор. Вот, чаще всего мы используем достаточно невысокие режимы коагуляции, режим спрей, коагулируем плевру вокруг места биопсии. Вот таким вот образом это выполняется. Достаточно просто и легко. Вот. После этого выполняется уже коагуляция непосредственно, скажем так, дна раны в зоне биопсии с визуальным контролем кровотечения. В случае, если кровотечение более выражено, формируется, например, сгусток, то через ту же трубку, которая используется для аспирации, можно подавать в жидкость для как бы смывания сгустка с плевральной полости. В данном видео это не демонстрируется, но это вот такое как бы наш ноу-хау, вот. Как по аналогии со стандартной торакоскопией, в которой всегда есть аспиратор, который имеет возможность и эвакуировать жидкость, и подавать ее внутрь либо плевральной, либо брюшной полости. Вот, здесь переключателя нет, есть только один разъем, к которому можно либо подключить шланг от операционного аспиратора, либо подключить шприц любого диаметра, любого объема, прошу прощения, вот, либо по системе Люер-Лока, либо просто напрямую штекер вставить и подать необходимое количество объема жидкости в плевральную полость. Итак, соответственно, у нас плевральная полость тотально осушена, биопсия выполнена, гемостаз достигнут, проконтролирован. Дальше на видеосистему устанавливается система для пудража тальком. Пудраж тальком стандартно мы начинаем с менее доступных участков плевральной полости, с купола плевральной полости. А почему? Потому что, вот как видно на видео, данная процедура выполняется в большей степени вслепую. Ну, там дальше будет, безусловно, более видно. То есть мы начинаем с таких менее доступных участков плевральной полости и двигаемся либо по часовой, либо против часовой стрелки. Чаще всего, если плевральная полость полностью свободна от сращений, то стандартно мы обычно начинаем от купола плевральной полости, двигаемся по часовой стрелке, потихонечку распыляя тальк. Здесь как бы нет необходимости в постоянном визуальном контакте распыления талька. Почему? Потому что, сейчас будет дальше, собственно, видно, когда достается инструмент и протирается, в плевральной полости фактически формируется такая метель из талька, и он равномерно распределяется по стенкам плевральной полости. Вот, безусловно, нужно периодически контролировать процесс пудража тальком, его равномерность. В случае, если какие-то зоны менее покрыты тальком, то эти места требуют дополнительного припудривания. Вот, собственно, сейчас после протирания камеры будет видно, что происходит в плевральной полости. В ней такая будет метель из кусочков талька. Важный аспект, который тоже нужно обязательно учитывать, это наличие аллергии операционной анестезиологической бригады на тальк. Вот. Сейчас я к этому вернусь. Итак, при осмотре, контрольном осмотре плевральной полости видно, что да, париетальная плевра не очень равномерно покрыта тальком, поэтому мы находим те места, которые плохо покрыты, и в эти места дополнительно распыляем тальк. Вот. Собственно, дальше происходит та же самая процедура с периодическим контролем. Так вот, я говорил о том, что очень важный аспект проведения данной процедуры – это безопасность не только пациента, но и безопасность медицинских сотрудников, в частности, заранее выяснять наличие аллергии на тальк. В частности,
у одного из анестезиологов нашей бригады, он даже сам того не знал, выявилась аллергия на тальк. Почему? Потому что при ряде процедур, которые мы выполняли, каждый раз, как мы начинали распылять тальк, у него, собственно, начинался насморк, ринорея, и выяснилось, что в итоге у человека есть аллергия на тальк. Теперь в качестве его безопасности обычно перед началом процедуры распыления талька, после того, как он выполняет все свои манипуляции, он выходит в коридорчик и оттуда наблюдает за проведением процедуры и возвращается только после того, как мы заканчиваем данную манипуляцию. Вот. Ну, это вот из особенностей, которые как бы нигде не прочитаешь, можно только выяснить. Итак, в общем-то, проведен пудраж тальком. Стандартное количество талька, необходимого для эффективного пудража плевральной полости при метастатическом плеврите, составляет около 4 грамм. Для достижения адекватного плевродеза у пациентов с рецидивирующим пневмотораксом считается, что достаточно 6-8 грамм. То есть чуть больше. Вот. Собственно, контролируем равномерность распределения талька по плевральной полости. В случае, если в каких-то местах недостаточно талька, то он отдельно в эти места распыляется. Вот. В целом, я обычно эффективный плевродез, да, плевральная полость должна выглядеть как булочки синабон, то есть равномерно покрыта глазурью из талька. Вот. Диафрагмальная поверхность, также необходимо осуществить пудраж талька на диафрагмальную, медиастинальную поверхность, то есть все участки плевры, которые доступны осмотру и визуальному контролю, требуют проведения присыпки тальком. Висцеральную поверхность, то есть легкое, посыпать специально тальком нет необходимости, безусловно, часть талька осядет на поверхность легкого в том числе, но специально этого делать не нужно, дабы не повышать вероятность того самого грозного осложнения, которое возможно при плевродезе тальком, это ОРДС, вот, который связан с тем, что мелкие частицы талька могут попадать в легкое и вызывать вот такую вот выраженную реакцию с развитием ОРДС. Вот. Собственно, после проведения тотального пудража тальком проводится контрольный осмотр плевральной полости, будет дальше видно. И заканчивается процедура установкой дренажа. Дренаж устанавливается через тот же разрез. Мы чаще всего используем изогнутые плевральные силиконовые дренажи, вот, которые удобно устанавливать в реберно-диафрагмальный синус. То есть при лечении метастатического плеврита и проведении пудража тальком, плевродеза тальком, а плевральный дренаж устанавливается в реберно-диафрагмальный синус. Это важно для того, чтобы избежать и эвакуировать любое количество эксудата, скапливающего в плевральной полости. Только при наличии полностью осушенной плевральной полости можно достигнуть эффективного плевродеза. Для того, чтобы этот плевродез эффективно случился, необходимо где-то в среднем от 3 до 5 дней. И именно в это количество дней пациенту необходимо находиться в стационаре, и у него должна быть дренирована плевральная полость. Ориентируемся, как и после стандартных торакальных вмешательств, на объем выделяемой жидкости в сутки. При достижении объема плевральной эксудации в сутки менее 300-250 мл, плевральный дренаж удаляем после контрольной рентгенографии, когда убеждаемся, что легкое полностью расправлено, и в плевральной полости отсутствует свободный газ, свободная жидкость. После проведения плевродеза рентген, если есть какие-то сомнения, выполняем через 2-3 часа после процедуры. Если никаких сомнений в эффективности процедуры нет, то стандартный рентген выполняем на следующий день просто для контроля полного расправления легкого. Вакуумную аспирацию плеврального дренажа иногда используем, иногда нет. Зависит это от следующих аспектов. Если вот в ходе процедуры мы видим, что висцеральная поверхность легкого достаточно, скажем так, гладкая, блестящая, висцеральная плевра не выражена, поражена плеврой, то можно применять вакуумные аспираторы для ускорения расправления легкого и эвакуации воздуха из плевральной полости. Если за счет канцероматоза сильно поражена висцеральная плевра, то отдаем предпочтение пассивному дренированию плевральной полости, так как это предотвращает повреждение висцеральной плевры и повреждение, собственно, легкого и сброс воздуха по дренажам. К несчастью, такие ситуации тоже бывают, когда после проведения
плевродеза, мы имеем длительный сброс воздуха по дренажам, связанный с фактически тем, что висцеральная поверхность легкого рвется при расправлении легкого. Вот, это иногда сопровождается тканевой эмфиземой. В целом эти, в общем-то, осложнения как бы не имеют большого клинического эффекта, но, во-первых, удлиняют длительность госпитализации пациента, и пациенту, безусловно, доставляют выраженный дискомфорт и беспокойство. Вот, контрольный осмотр плевральной полости осуществляется. Видно, что плевральная полость достаточно равномерно покрыта тальком. Вот, видно, что в плевральной полости такая вот метель из талька. Собственно, это хорошо, этот тальк еще дополнительно осядет. Вот, и после этого, собственно, как бы устанавливается дренаж плевральной полости, и пациент пробуждается. Можно останавливать видео. Дальше там уже, собственно, ничего не будет, кроме потолка. Итак, в целом наш вебинар и мастер-класс, посвященный однопрокольной торакоскопии, завершен. В качестве резюме хотелось бы сказать, что данная технология, на мой взгляд, с одной стороны, очень проста, а с другой стороны, уникальна. И набор инструментов компании Karl Storz в этом отношении тоже достаточно уникален. Понятное дело, что сама по себе технология видеоторакоскопии не уникальна и давным-давно заняла свое место в торакальной хирургии, в торакальной онкологии, в лечении заболеваний легких, плевры, вот, в том числе и онкологических. Но в данном конкретном случае уникальность данных инструментов заключается в том, что инструменты, во-первых, небольшие, эта процедура может выполняться в условиях тотальной внутривенной анестезии, про преимущество которой уже рассказал Вадим Андреевич. Таким образом, у нас есть возможность помогать пациентам с четвертой стадии рака, вне зависимости от тяжести их состояния, вне зависимости от их возраста. Наиболее пожилой пациент, который у нас был, это был пациент, по-моему, 92 лет. Да. Вот, которого мы, соответственно, активизировали тут час после операции, перевели в палату, где он может продолжить свою активизацию. Почему? Потому что для пациентов такого возраста наиболее, конечно, опасно это длительная иммобилизация, которая в данном случае не требуется вообще. Вот, поэтому в целом мы пропагандируем то, что данная процедура может быть широко распространена в отделениях торакальной хирургии или торакальной онкологии. Почему? Потому что пациентов с метастатическими плевритами очень много. Это сложные пациенты, это пациенты, которыми, в общем-то, будем честны, неохотно занимаются врачи-хирурги. Врачи-онкологи, химиотерапевты, которые готовы давать им лечение, ограничены в своих возможностях из-за развития у пациентов тяжелой дыхательной недостаточности, которая просто не позволяет им проводить адекватное, показанное им лечение. Ну вот, наверное, и все. Я так понимаю, что вопросы в рамках этого вебинара у нас нет возможности, да, получить от аудитории. Я благодарю всех, кто с нами был. Благодарю Вадима Андреевича. Да, вот. До новых встреч. До свидания. Все, до свидания.